Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить помидоры по-корейски. По этому рецепту помидоры получаются очень вкусными. Попробуйте, не пожалеете. Что нам для этого понадобится? Помидоры у меня 700 грамм. Перец болгарский 1. Пучок петрушки, пучок укропа. 4 зубчика чеснока. Уксус 1 столовая ложка. Масло растительное 3 столовые ложки, сахар 1 чайная ложка, соль 1 чайная ложка. Еще нам понадобится баночка, куда будем все складывать, и блендер, чтобы перемолоть наш ингредиент. Итак, приступим. Берем наши помидорчики. У меня вот такие домашние. Помидорчики нарезаем ломтиками. Берем помидорчики не слишком сочные, более мясистые. Вкладываем в баночку. Далее мы берем болгарский перец и очищаем от семечек. Режем кусочками и помещаем в нашу чашу от блендера. Далее мы бросаем чесночок, укроп, петрушку, соль, сахар высыпаем. Уксус и растительное масло. Далее включаем блендер и все наши ингредиенты перемешиваем в однородную массу. Достаточно. Вот такая очень вкусная получилась у нас однородная заправочка. Эту заправочку мы наливаем в баночку. Пропитает наши помидорчики. И получится очень-очень вкусно. Далее мы закрываем крышечкой. И немножко потрясем, чтобы наша смесь распределилась по помидорчикам равномерно. Мы переворачиваем вот так баночку крышечкой вниз и ставим в холодильник на 8-12 часов. После этого у нас получается великолепная закуска. Очень вкусно. Попробуйте, не пожалеете. Всем приятного аппетита. Пока!